Здравствуйте, меня зовут Юлия. Дом мне строил Николай. Я очень довольна взаимодействием с ним. Все было быстро. На все мои вопросы отвечали, очень доброжелательно относились. Было комфортно, в принципе, общаться и взаимодействовать. И действительно быстро сделали. То есть с опережением сроков у нас договоренность была там, ну, до 2 месяцев. Ребята за 20 дней сделали. Ну, для меня было важно в том числе не так сильно быть вовлеченной в процесс, и мне вполне удалось этого достигнуть, потому что ребята все делали сами. Но я несколько раз, естественно, приехала, и в общем и целом я довольна результатом. Остался еще один этап, это внутренняя отделка, но мне нравится то, что получилось сейчас. Скажите, вот от чего вы отталкивались, почему вы выбрали в итоге Николая, какие еще варианты смотрели? Ну, есть определенный алгоритм выбора подрядчиков, если вам это интересно. Берется воронка минимум 10 подрядчиков, которые имеют опыт в строительстве именно фреймов. Делаются им запросы, отсматривается комплексные показатели, цена, сметная документация, коммуникация, насколько люди вообще в принципе могут ответить, про что эти деньги, сметы, могут предоставить кейсы свои. Ну и на самом деле очень сильно повлиял в том числе и Павел. Вот клиент, который согласился приехать и показать будущему клиенту, это насколько человек лоялен к своему подрядчику, к своему строителю, да, что он потратил свое личное время. По-моему, это очень классный показатель действительно того, что Николай качественно и с душой относится к тому, что он делает.